связи с морозными днями больше всего обращений в скорую помощь поступает от больных гипертонии и сердечников. Таких звонков 50% от общего числа. Также в период холодов медики выезжают на случай с обморожением горожан. Зарегистрировано уже 6 случаев переохлаждения. Примечательно, что в знаковую дату конец света 21 декабря обращений в скорую стало даже меньше.